разберитесь по маршруту, как эта колонна двигалась. Вместе с Ладыгином проведите самое тщательное служебное расследование в течение 10 дней. Как эта колонна двигалась и почему ни одна служба, ни сотрудник полиции, там, ни ГАИ, ни местная власть, никто не заметил вот этого бардака на дороге. И с родителями жениха, и с родителями невесты, со всеми проведите профилактическую работу. Ну, а завтра мне всех соберите. Вместе с замминистра, который отвечает за участковых, самое тщательное расследование деятельности или бездеятельности участковых служб села. То есть все должны по ответу бумаги получить наказание. На дороге хозяин один, сотрудник полиции, сотрудник ГИБДД. Остальные все законопослушные граждане, которые управляют автомобильным средством без нарушения правил дорожного движения. Понимая, что это риск и для самого водителя, и для пассажиров, и для других водителей, которые по дорогам ездят.